Сейчас раннее утро, и в привокзальном буфете немного клиентов. Поэтому Антонина Шевченко смогла уделить нам несколько минут своего времени. Позавчера я узнала, почему мне не везет в бизнесе. Меня, оказывается, сглазили. Представляете? Я пошла к гадалке, та сразу мне все сказала. У меня, оказывается, чакры забиты. А я думаю, чего я так потею, а? В общем, она мне почистила все чакры за 1000 гривен. Еще за 2000 гривен яйцом мне почистила ауру. Ой, вы бы видели, что с тем яйцом было. Такое черное, вонючее. Я его еле с майонезом съел. Но сейчас-то все будет хорошо. Потому что я купила амулет счастья. Ой, дорогенный, правда. Пришлось кредит брать. Но он реально работает. И еще мне гадалка посоветовала заниматься коноплей в медицинских целях. Сказала, что ко мне раз в неделю будут приезжать медики и забирать товар. Но вчера приехала милиция и забрала и товар, еще и штрафанула меня, представляете? Но я не расстраиваюсь, потому что гадалка сказала, что деньги можно и потом отдать. Да. Ой, звонок. Алло? Что, опять менты приехали? Так а денег уже нет. Ну, отсыпем. Если тебе понравилось это видео, лайкай, комментируй, отправляй друзьям. Ну и не забудь подписаться на наш канал. Все, я поехал.